Три шага будет делать. Шага. Давай стул справа, левая впереди. Правая. Левая, правая, левая. Пошли. Прыгнул. Замал. Мячик как себе в руку возьму. Живой промок. Прыгнул локоточек. Чуть назад. Вперед. Вот здесь уже, вот здесь. Вот тут. Начинаешь отводить. Говори. Немного в стороне. То, что в стороне, я пытаюсь понять, рано пришел или поздно. Корректирующий шаг. Более или менее по времени, более или менее. Можно, чуть-чуть было задержался. Чуть-чуть поторопился. Коленки, когда прыгаешь, не поднимай носочки, просто натягивай носки вот так вот. Говори. Ну, я пропустил на левое плечо. Рано прыгнул и не дошел на плечо. Чуть-чуть рано, чуть-чуть. Торопись. Такой не подкидываешь, мяч подкидываешь перед собой, чтобы он в твоем руке оставался. Ну да, сейчас смотри, себе положение. Подкинул руку к себе. Да. Сильно не разворачивается. Вперед. Вперёдское движение. Пойдет. Старайся не сильно, старайся хлестко. Видишь, смотри, движение в стороне. Напротив головы. Назад.
Подставляешь тебе чуть вправо. Не дави рукой, не дави. Выбрасывай ручку на мяч. Выброси. Пойдет. Попади, попади, кисть, 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 кисть. Основное твое оружие, да, основное. Самое кисточное. Пошли, мячи собираем и...